Праздник в рамках акции «Стань первым» проходил в детской школе искусств города Видное. Здесь состоялось большое мероприятие, где детвору ожидало много интересных сюрпризов, рассказывает Людмила Медведева. Летний амфитеатр детской школы искусств города Видное в день проведения праздника был полностью заполнен зрителями. Здесь юные музыканты под открытым небом радовали слух горожан. Артисты Московского театра «Балаган» в образах любимых сказочных героев водили детворой хороводы, делились впечатлениями о прочитанных книгах. «Приключения электроника и Буратино. Я очень люблю фантастику. Мне очень нравится, что и наша школа искусств, и Первый канал так серьезно относится к детям, потому что дети – это наши цветы, и мы их очень любим. Это самое дорогое, что в жизни есть». Представители Первого канала Центрального телевидения и другие почетные гости, посетившие в этот день образовательное учреждение, осмотрели уникальную школу, где в рамках проведения акции были организованы мастер-классы известных художников, клуба декоративно-прикладного творчества «Квилт-клуб», проходила выставка художественных работ учащихся. Гости побывали и на уроке классической хореографии. «Мне невероятно нравится все, что здесь я увидела. Это потрясающе. Я вижу горящие глаза детей, я вижу вывешенные работы, я вижу, с какой любовью все здесь сделано. Атмосфера пропитана творчеством и любовью. Это прекрасно». Юных жителей Подмосковья, победителей районных, областных и международных конкурсов, собравшихся в детской школе искусств города Видное, поздравляли знаменитые артисты. Они пожелали ребятам во всех своих начинаниях быть первыми. «И я уверена, что под руководством замечательных, опытных, чутких педагогов вы достигнете больших высот и станете первыми в своем деле. Мне очень приятно, что Московская область принимает сегодня всех наших гостей в самой лучшей школе не только Московской области, а и всей Российской Федерации. Спасибо и хороших вам каникул, ребят». Учащимся и их преподавателям за успехи и победы были вручены дипломы и подарки участника благотворительной акции правительства Московской области Первого канала «Стань первым». Среди награжденных Саша Вереженко, стипендиат губернатора Московской области. «Стать профессиональным известным музыкантом, выступать в больших залах и ездить по всему миру». В этот день ребята встретились с известными, интересными людьми, с теми, кто уже стал первым. «Я убежден, что все, что сегодня в этой акции «Стань первой» будет сделано, будет, безусловно, нами и подхвачено. Потому что нам жить в своем городе, нам развивать наш Ленинский район, а вам, дорогие наши ребята, совершенствовать, идти вперед». Людмила Медведева, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.